Друг, хочу тебя познакомить с одним приложением. Это WeGamers. Приложение от игроков для игроков. Это как Instagram для геймеров. Но главенствуют здесь мобильные игры. Здесь ты сможешь создавать и вступать в группы, проводить трансляции, а бонусы переводить во внутриигровую валюту. В приложении создан мой чат. Там ты сможешь найти себе пати и взять мифа намного легче. Ссылка на чат в описании. Мур, привет, друг, это Зверько. Вот на тестовый вернули Иксборга с немного измененной ультой. Теперь Иксборг совершает прыжок перед ультой, крутится медленно, вращаясь, и взрывает свою броню. Вот честно сказать, урон мне кажется маловат, потому что после того, как этот псих выпрыгивает из своей брони, вальнуть его за нифиг делать. Опять же, вспоминаем Overwatch, где есть персонаж, который взрывает своего механоида. Так там все прячутся за разные укрытия, чтобы не разорвало в клочья. Область огромная, урон сразу смертельный. Тут, ну такое. Зато броня теперь быстро восстанавливается на базе. Это несомненный плюс, поскольку ульта имеет тоже быструю перезарядку. Но чтобы восстановить броню на самой карте, надо рыскать в поисках моба и с него набивать куски брони. А добрые союзники могут еще моба и отжать. Удобно то, что очень большая скорость перезарядки первого навыка, а неудобно, урон тоже небольшой. Благо, можно бегать безостановочно, поливая все огнем. Ранее второй навык бывало не дотаскивал куски брони, если цеплял их далеко, а Иксборг отбегал. Сейчас, кажется, эту проблему решили. Классно, что первый навык прожигает всех противников насквозь. Но мне кажется, Иксборгу крайне не хватает живучести. Порой благодаря пингу у меня успевали сбить броню во время действия ульты, и она, соответственно, не взрывалась. Оставляю тебе оценить кусочки боя. Как всегда, подписывайся на канал и ставь лапки. Удачи, друг!